Компания Эвалар представляет. Сыворотка Лора Мезоэффект с мезороллером. Домашняя альтернатива салонной мезотерапии. Каждая современная женщина мечтает сохранить свою молодость и красоту на долгие годы. Как правило, при активном образе жизни нет времени посещать салоны красоты регулярно. Теперь в домашних условиях вы совершенно самостоятельно можете подарить своей коже здоровье, молодость и красоту при помощи процедуры мезотерапии. Компания Эвалар предлагает специальный набор для мезотерапии в домашних условиях Лора Мезоэффект с мезороллером. В состав набора входит сыворотка Лора Мезоэффект, мезороллер Лора. Для повышения эффекта рекомендуем дополнить набор тоником Лора, кремом Лора SPF 50+. В чем преимущество сыворотки Лора Мезоэффект с мезороллером? Мягкое воздействие на кожу без травм и гематом. Безопасность применения. Экономия времени и денег. Возможность мезотерапии в домашних условиях. Как работает мезороллер Лора? Мезороллер Лора состоит из двух частей – валика с иглами и рукоятки. На валике расположены 200 титановых игл длиной 0,5 мм. Титановые иглы не подвержены коррозии и обладают антибактериальным действием. Для домашней мезотерапии следует использовать микроиглы длиной не более 0,5 мм. Действие мезороллера на кожу происходит в двух направлениях. Первое. Тончайшие микроиглы, кратковременно прокалывая кожу, стимулируют ее к выработке собственного коллагена и гиалуроновой кислоты. Второе. Микроиглы мезороллера способствуют улучшению проникновения активных компонентов сыворотки через образовавшиеся микроканалы в самые глубокие слои кожи. Клинически доказано, что использование мезороллера повышает эффективность сыворотки Лора в 2-3 раза. Этапы проведения процедуры. Шаг 1. Очищение кожи. На ватный диск нанесите тоник Лора в 2-3 нажатия. Тщательно и равномерно обрабатывайте кожу, предварительно очищенную от загрязнений. Помимо очищения, тоник Лора оказывает комплексное омолаживающее действие. Увлажняет поверхностные слои кожи, препятствует потере влаги. А комплекс коротких пептидов производства Швейцарии способствует уменьшению поверхностных морщин и улучшению цвета лица. Шаг 2. Нанесение сыворотки Лора Мезоэффект. Для процедуры необходимо всего 1-1,5 грамма сыворотки Лора Мезоэффект. Для этого сделайте 2-3 нажатия дозатором. Нанесите на лицо легкими массажными движениями. Сыворотка Лора Мезоэффект имеет уникальную формулу, которая содержит дипептидные и трипептидные комплексы, два вида гиалуроновой кислоты и протеины дрожжей. Что очень важно, сыворотка не содержит парабенов и отдушек. Шаг 3. Техника применения мезороллера Лора. Лицо условно делим на три зоны. Зона верхней трети – лоб. Зона средней трети – щеки, скулы. Зона нижней трети – нижняя челюсть, подбородок, шея. Легко, без нажима обработайте мезороллером указанные зоны. Зону лба следует обрабатывать по линиям от переносицы к виску и обратно по диагонали и от переносицы к линии роста волос перпендикулярно. Средняя треть лица. Мезороллер следует перемещать только в одном направлении – по диагонали, вверх от носа к скулам по указанным линиям. Зона нижней трети. Мезороллер следует перемещать также только в одном направлении – вверх от подбородка к уху и вертикально по шее вверх к подбородку. Иголочки мезороллера образуют на коже легкие микроскопические проколы. Вы почувствуете легкое покалывание. Избегайте касания мезороллером зоны носогубного треугольника, зоны вокруг глаз, слизистых оболочек. Процедура длится не более 10 минут. Длительность курса домашней мезотерапии. Процедуру домашней мезотерапии проводят один раз в неделю, а после 30 лет рекомендуется проводить 2-3 сеанса в неделю. Длительность курса составляет 10-12 процедур. По окончанию курса рекомендуется проводить поддерживающие сеансы домашней мезотерапии один раз в 2 недели. Курсы рекомендуется повторять через 3-4 месяца. По окончанию курса домашней мезотерапии мезороллер Лора следует заменить. Уход за мезороллером.
После каждого использования мезороллер необходимо промывать под струей воды и стерилизовать, погрузив фалик полностью в емкость с 40% этиловым спиртом или раствором хлоргексидина на 7-10 минут. Шаг 4. Уход за кожей после процедуры. После процедуры рекомендуем повторно нанести легкими массажными движениями сыворотку Лора Мезоэффект на кожу, пока не закрылись микропроколы. Перед выходом на улицу нанесите крем Лора SPF 50+. Он не только защищает от солнца, но и омолаживает, глубоко увлажняет кожу и защищает от появления пигментации. Результат за 4 недели применения косметического комплекса Лора. Повышение эластичности кожи, разглаживание морщин, моделирование овала, улучшение цвета лица. Хотите стать моложе? Используйте косметический комплекс Лора для домашней мезотерапии. Спрашивайте в аптеках.